Вот здорово. Я только что написал 2 стиха, которые мне не понравились. В этом компьютере есть корзина. Я просто передвинул их и бросил в корзину. Они исчезли навсегда. Ни бумаги, ни звука, ни бешенства. А потом просто чистый экран ждет тебя. Всегда лучше отклонить самому до того, как это сделают редакторы. Особенно дождливой ночью, вроде этой, с никудышной музыкой по радио. И теперь я знаю, что вы думаете. Может, ему стоило выкинуть эту лажу?